вчерашнее голосование, по-моему, ну, показало, ну, полностью все. Понимаешь? Взрослые все. Это, знаешь, для колхоза, который не вникает, может быть. Нет, почему? Что не так? А? Что не так, Олег? Чем недовольны? Говорим? Эль, да. В 2014 году Демпартия вышла с инициативой изменить выборную систему. Вместо партийной смешанную сделать. Венецианская комиссия отказала. В этом году они начали морочить людям голову по одномандатным округам, типа одномандатная система, отойти от партийной. Конечная цель в любом случае для них это была смешанная. Так, Владиш, как ты считаешь? Ну и тут типа нашли компромисс. Игорь Николаевич Дудон предложил смешанную систему. То есть, ну, абсолютно все очевидно. Вчера как-то они там вместе голосовали, одни голосовали за одно, потом все вместе за смешанную, да? Так? И победила? Победила как будто, ну это первое чтение, да, законопроект по смешанной системе. Ну ничего, вам же денежку-то платят, чего? Вам какая разница? Тут же принципы сегодня не играют никакой роли. Главное, чтобы деньги платили. Олег Антонович, я готов парировать ваши слова в том плане, что в первую очередь смешанная система первый раз была предложена в 2013 году, а не в 2014. В 2013, в 2014 Венецианская комиссия дала ответ. Это в первую очередь. Во-вторых, проект, предложенный президентом Республики Молдова, позволяет как по партийным спискам идти в парламент, так и по смешанным по избирательным округам. И смешанная система дает возможность обязательно, чтобы и диаспора, и Приднестровье имели своих прямых представителей в парламенте Республики Молдова. То, что вам все это рассказали, я этого, понимаю, но это все, вот эти разговоры, вообще они ни о чем. Какая диаспора? Значит, представители какой-то... Что значит диаспора? Ну, подождите, у нас диаспора нет, у нас вопрос, есть община. Президент предложил увеличить численность, возможность голосования по... Ну, как это выразится правильно, увеличить пропускные пункты избирательных участков за рубежом с 3 до 5, ну, чтобы открывалось на 5000 человек, по-моему, если не ошибаюсь, избирательные участки. То есть увеличится количество избирательных участков в Российской Федерации. Это раз. Я напомню вам, что мы за это вместе Не нужно вот это вот сейчас. Ты сейчас хочешь что вообще? Ты понимаешь, наверное, да, что мы немножко разную информацию владеем и обладаем. И то, что ты сейчас говоришь про 5000 человек на участке, математически, когда посчитаешь, сколько уходит на одного избирателя, получается в любом случае 3000. Значит, эта практика внутри страны, за рубежом, она не принципиальна. Вопрос в другом. Правительство финансирует, да, выделяет средства на избирательные участки. Поскольку там бюро, комиссия, да, то есть местная, участковая. Поэтому то, что президент инициирует, мы в 2014 году, я вот не помню, ты тогда ходил с нами на митинг правительства или не ходил с нами, когда мы также собрали письма, принесли и отдали правительство, и Формузал, будучи членом правительства, да, председатель партии, в которой ты тогда состоял, да, значит, тогда он относил на заседание правительства эти списки регионов и округов вокруг Москвы, Московской области. Сколько нужно избирательных участков? Мы тогда предложили 180. Открыли их где-то в Новосибирске, где-то, короче, открыли 5. Это все понятно. То, что президент предлагает, он на здоровье, пусть предлагает. Я говорю не о том. Я говорю о том, что по какой причине решили внедрить. Я не говорю о том, хорошо это или плохо. Ты услышь меня. Сама риторика моя, то есть конечная мысль, она сводится к следующему. Что это есть договоренность между Демпартией и партией социалистов. Точка на этом. Я сейчас не беру вдоль, поперек. Как в Приднестровье не участвовало и кандидатов не было. И кандидатов не было, поскольку и не будет. Потому что там, в территориях Приднестровья, то, что граждане с молдавскими паспортами, они приедут и будут голосовать, они приедут. Они приедут в Арницу, они приедут в Кошницу, возможно, они приедут в Резину. Это другая совсем история. Там 150 тысяч граждан Молдовы, которые, часть из них желают, как бы, но чтобы прямо оттуда избирался человек, избирался кандидат, депутаты, этого не будет. В силу внутренней там проблемы. То есть у него будут там на месте некие особенности, сложности.
По поводу диаспор. Диаспор каких? За рубежом, ты говоришь? Они будут избираться. Так вот, скажи мне, пожалуйста, вот с любой точки зрения, 101 депутат, предположим, 50 партийных, 50 одномандатников. Кто вот он один? Он идет к людям и говорит о том, что идет все предвыборная программа, да? И рассказывает, что я, находясь в парламенте, буду принимать такие законы, защищая такие территории, районы. Он пошел туда. Как он будет защищать, если он один? Ему надо встраиваться в какую-то партию, в какую-то фракцию или нет? Или он сам сможет что-то делать? Он не может ни с законодательной инициативой, он просто будет либо голосовать за что-то, либо не голосовать. А его вопрос не будет включать ни в какую повестку дня. Это ерунда полная. Когда партия имеет площадку, вот есть партия социалистов. У нее есть. Причем я вообще не понимаю, для чего. Ты же прекрасно знаешь, что для партии социалистов, вот честно, положа руку на сердце, выгоднее и правильнее, чтобы это была партийная система. То есть есть некий фундамент уже наработанный. Ну, как сложилось, так сложилось. То есть по какой причине вот ты отставишь позицию президента, если ты не знаешь вообще кулуарных вот этих внутренних, в чем вопрос. Это выгодно сегодня только демократической партии. И все. Больше никому. Значит, партии социалистов это не выгодно. Левому движению это вообще не выгодно. Представь себе, то есть, понимаешь, рейтинг Демпартии 3%, либералов 2,5%, у них такие антирейтинги, можно просто офигеть. Они бы в жизнь к власти не пришли. То есть в 2018 году, через полтора года, к власти бы пришли левые совместно по партийным спискам. Не согласен? Одним словом, как думаешь, по ощущениям на сегодня, левые бы пришли, социалисты бы взяли много. Близко к большинству. Ну, большинство, не большинство. Владимир Анатольевич, посмотрите, значит, последние рейтинги. Кто? Влад, объясняю. Дадону не нужна ответственность за страну в полном объеме. Ему лучше быть вот как-то так. То есть это обычные политические штучки. Зюганов в 96-м выиграл выборы, но ему не нужно было брать ответственность за страну. Оставили так на самотек. Сегодня Дадону очень отличная позиция. Чтобы ты понимал, я полетел тогда в Москву. Тогда, если посмотреть явку, мы вышли с пресс-конференции в поддержку Игоря Дадона. Если ты как, в курсе или не в курсе, не знаю, можно посмотреть. Значит, ну, и молчал, и сегодня еще не очень комментирую. Но вчера мне стало абсолютно очевидно, что, значит, есть некая договоренность. Есть какой-то уже состоялась некая свадьба. Ну, вот так, немножко вульгарно. Первое, что бросилось в глаза, для чего социалисты голосовали за то, чтобы прокурора, за изменение закона, чтобы прокурора назначал президент. Это было в октябре. Для чего это было сделано? Мне непонятно. Потому что 24-го, по-моему, или 23-го декабря Тимофтин назначил своего прокурора. А прокурор в Молдавии – это ключевая должность. Это понятно или нет? Понятно. Значит, скажи, для чего социалистам, если тут рейтинги показывали, все показывало, что Дадон будет президентом? Для чего голосовать в октябре, менять закон, чтобы дать возможность Тимофтину назначить своего прокурора? В чем была фишка? Непонятная фишка, да? Можно было вначале выиграть выборы, вступить в должность, а потом менять закон, если была такая прямо необходимость. Это первое. Второе. Как же получилось так интересно, что человек... представитель Демпартии, близкий к руководству Демпартии, становится руководителем «Молдова-Газ». Это есть факты очевидные, понимаешь? Тут не получается философство. Если у тебя есть сомнение, что я за наших, то у тебя есть такое сомнение? Ты можешь предположить, что я за какие-то европейско-румынские либеральные силы? Можешь так предположить или нет? Одним словом. У меня уже есть какие-то определенные свои выводы. Отношение каждых абсолютно людей. Понятно. Это у каждого человека. Ну, можно, да, прицепить мне какую-то, что я где-то с кем-то, с какими-то связан. Знаете, как, Олег Анатольевич, проходить в муниципальный совет у списка партии социалистов и потом резко идти против нее, как бы тоже что в целом не очень. Секунду одну. Где, во-первых,
везде резко против. И сейчас вы выступаете, вы даже сейчас, в этих, вот то, что вы сейчас говорите, вы выступаете резко против. Одну секунду. Значит, Олег Анатольевич у нас в какой партии? Русско-славянская. Русско-славянская. Значит, я когда шел... Партия, которая была создана с аббревиатурой, очень похожа на партию социалистов. Ну, вообще это... РСПМ и ПСРМ очень похожи. Значит, очень хочу, чтобы нас никогда не перепутали, потому что никогда не продавался и не переодевался, понимаешь? А предложение было сделано... Очень сожалею о том, что связался непосредственно, потому что получилось не очень некрасиво. Во всех территориях, во всех районах партия социалистов кинула всех наших представителей, которые первично включила в списки, а потом всех кинула. Понимаешь, за неделю до выборов просто. Потом раз, а их там не оказалось. Что это было? Что это было? Анены, Чемишлия, Дандюшаны, Рыжканы. Ну, их на двух руках не хватит пальцев, да? Почему? Человеческий фактор некий. Какой человеческий фактор? Вот так. Кинули всех. Я против партии социалистов нигде не выступал. И аббревиатура РСПМ, она была... уже ей более чем год, да, и тем не менее в ноябре месяце мы выступили с пресс-конференцией и включились тоже в агитацию за Игоря Додона. Так, знаешь, в принципе. Можешь как-то это прокомментировать? У него нет комментариев, не хочет он развивать события, ладно, потому что непонятно, куда это уйдет, в какое состояние. Дело в том, что вообще, я считаю следующим образом, что понимаю, почему, и все равно тот же самый момент, я немножечко не понимаю, допустим, Олег Анатольевич. Ты понимаешь вас, или понимаешь? Не понимаю где-то вас. На сегодняшний момент вы говорите о том, что идти по выгодно по партийным спискам. Да, давайте смотреть вы последние результаты соцопросов. При всех возможных вариантах последних соцопросов партия социалистов взяла бы самостоятельно власть в стране. То есть у нас было бы 52 мандата, это минимум, даже, возможно, больше. Так, и... Я не понимаю, почему вы, представители, давайте скажем честно, я говорю честно, примерно представители маленьких партий, выступаете против, когда вы можете по одномандатным спискам. Против чего? Против где-то смешанной системы. Берешь итоги выборов Гагаузии, где были чисто одномандатные всегда, где один демократ, сегодня возглавляет фракцию, составив 18 независимых кандидатов. Независимый кандидат, он в самом деле независимый, от него ничего не зависит. Еще, скажи, пожалуйста, одномандатные округа, когда человек идет как независимый, он за какие деньги идет участвовать? Так вот в этом я говорю. Ответ на вопрос, за какие деньги? За свои. Достал 100 тысяч евро, пошел, участвовал в выборах и получает 10 тысяч лет зарплаты в парламенте, если он выиграл, если он прошел. И в результате он потратил 2 миллиона, находится в парламенте 4 года, заработал 500 тысяч. Где объяснение? Более того, есть масса. Все шито белыми нитками. Просто надо сесть. Нет, ребят, ну, Олег Николаевич, посмотрите. Хочется давай, просто в конце сказать, ребята, давайте жить дружно. Да. Ребята. Смешанную систему, то есть, где будут и партийные списки, и одномандатные. То есть, вы говорите, одномандатники идет. Если одномандатники будут идти при смешанной системе, 50%. Да. Если они будут идти по смешанной системе, они будут идти тоже от партии. То есть вы говорите, что вот одномандатники могут переместиться и приезжать. То есть пока партия социалистов уверена в своих людях, которые если пойдут. Чего вы можете быть уверены, если у вас половина разбежалась и голосовала? В 13 районах вы создали, партия социалистов создала большинство демократов, чтобы демократ выиграл. 13 районов. 13 районах республики советники партии социалистов создали большинство демократической партии, и демократическая партия избрала своего председателя районного совета. Так? Так. Вот, видишь, хорошо. У тебя есть интернет? У меня телефон разведен. А. Мальчики, давайте финал сделаем. Мне там награждение, да. Хочу деток снять. А для чего тебе вообще это? Я все снимаю. Ну как? Это глаз народа. Ладно. Все, так значит, и поставлю. Ты, знаешь, мне, вот я не работаю ни у Тодона, ни у там, Рената, ни у кого. Я сам по себе, я всю жизнь сам по себе работал. Ни у кого не получал никаких денег, ни зарплаты, ничего. Ни у одного человека вообще. Чтобы я что-то делал за деньги. Партия коммунистов с 96-го года работали, проводили мероприятия, все за свое, там,
всякие зорницы там и дальше больше. И это все, вот лента георгиевская, видишь, вот сюда. Это тоже, а мне ее никто не дал. Это моя лента, которую я просто пошил в Кишиневе 2 года назад, и как бы она есть вот у нас. Что молния поломалась, почему молния живет? Значит, а вы встраиваетесь, но я не осуждаю. То есть сегодня, может быть, мы разного поколения. То есть я хочу жить в Молдавии, я хочу, чтобы Молдавия была самодостаточной, самостоятельной, но в орбите, или как сказать... В общем, скажем, в сообществе, да, скажем, постсоветских республик, таможенного союза, евразийского, как хочешь. Все, остальные все моменты меня не интересуют. Вот если просто как гражданин, я бы даже не хотел знать, кто в Молдове есть. Премьер-министр, кто там есть. Ну, вообще, это просто чтобы жили и жили себе, как жили многие годы ранее. Все на этом. А вот вчерашнее голосование, оно абсолютно для меня... Оно открыло. Не делали мы никаких заявлений, это просто я встретил вас и говорю, что открытие от Демпартии, очень интересно. Значит, потому что это было соглашение, это был сговор. И задача стояла для Демпартии. Именно заключалась в том, чтобы создать смешанную систему. Пошли на одномандатную, попросили 100, им дали 50. Но это была договоренность. Влад, у меня лично к тебе нет никаких. Придет время, как бы. Когда-то были, ходили вместе одним строем, когда-то Порошенко вместе встречали. Пожалуйста, Вячеславович, посмотри за ребятами. Все, пока-пока. Будь здоров, все. Все, пока-пока.